Простите, я просто хотел убедиться, что у меня все на месте. Последний раз, когда я использовал местные транспортеры, мои подштанники материализовали задом наперед. Понимаете, здесь на сайте мы до сих пор юзаем транспортеры старых марок, без модулизирующего буфера. Так что не ровен час кто-нибудь из нас заработает транспортный психоз. Да, если не соблюдать осторожности, рано или поздно столкнешься с такими симптомами, как бессонница, острая миопатия, болезненные спазмы в конечностях, обезвоживание. И это уже не говоря... О, черт! Это не говоря о психологических проблемах типа галлюцинаций, параноидального бреда, сумасшествия и, конечно же, внезапных вспышек ярости. Блять, твою ж мать! А кто еще ты такой? Серьезно, что ты здесь забыл? Этот чувак портит мне весь кадр! Я сижу, пытаюсь сделать обзор, и тут вылезает эта космато-синяя инопланетная тварь и начинает... Я, между прочим, пытаюсь сосредоточиться. Момент, моя кол звонит. Beam me up, Mr. Scott. Sulu, go to warp. Warp 3, sir. No, that will be way too slow. Сегодня мы поговорим о Star Trek Borg, игре, выпущенной в 1996-м, во времена, когда большинство людей согласились с тем, что интерактивные видеоигры — это довольно-таки глупая затея. На самом деле, к этому моменту большинство уже согласилось с тем, что и сам Star Trek — это тоже довольно-таки глупая затея. Что, хотите сказать, что вам до сих пор нравится Star Trek Generation? Пошли нахуй! Здесь вы играете за кадета Кейлина Фройлонга, новобранца, который отправляется в полет, чтобы отомстить за смерть своего отца от рук Боргов 10 лет назад. К счастью, вы попадаете на борт Энтерпрайза в тот самый момент, когда Борги выходят из Дельта Квадрата, чтобы напасть. Несчастье, будучи кадетом, вы не получаете доступ к основному обзорному экрану и должны отправиться на шаттле на ближайшую космическую базу. Но тут появляется всеми любимое всемогущее существо Кью, чтобы дать Кейлону возможность отомстить. Наверное, мне стоит представиться, хотя ты, наверное, обо мне слышал. Я Кью. Если коротко, Кью. Именно я познакомил Пикар с Боргами. И именно благодаря мне 10 лет назад Борги пришли в систему Вольфа 359, столкнувшись с нашими звездолетами, и нашли твоего отца и убили его. Ты же хочешь действовать? Ты хочешь отомстить за смерть отца? Ты хочешь убить Боргов? Чего я не понимаю, почему Кью предлагает вам отомстить спустя секунды, как в буквальном смысле признается, что вторжение Боргов — это его вина. Так ведь и есть. Серьезно, если задуматься, злиться на Боргов нет смысла. Они ведь безмозглые автоматы. Они ассимилируют что угодно. Это все равно, что пытаться отомстить пчелам за то, что 10 лет назад пчела ужалила вашего отца. Они так живут, они пчелы! И ведь не может отомстить Кью, потому что он по существу бог. Ты меня не расслышал? Я предлагаю тебе шанс пойти убить боргов. Или ты отказываешься? На самом деле вы можете отказаться, выбрав вариант вернуться назад, вместо того, чтобы играть в глупую игру. Только подумай, сколько неприятностей я нажил, чтобы все организовать. Меня радует, что они даже предлагают нам выбор. Только зачем заморачиваться и покупать игру, если вы все равно не можете в нее играть? На самом деле это разумный выбор, потому что загрузив игру заново, получаете свой первый горький опыт. Перемотать видео заставки невозможно. Вообще, обводный ролик длится не меньше 4 минут. Пересмотрев всю эту фигню заново, невольно хочется нажать выход. Даже не надейся. Допустим, вы решили играть. Кью приносит вас в прошлое на борт USS Righteous, корабля, который уничтожен при атаке Борга в системе Вольф 359. Потом он продолжает изменять прошлое, сделав так, чтобы вы заняли место лейтенанта Спринта, который в оригинале был убит абордажной командой, и дает вам возможность остановить Боргов и спасти своего отца. Ты же не боишься большого вмешательства в пространство временной континуум, а, кадет? Я так и думал, что нет. Ха-ха! Кажется, мы нагнем сегодня пространство временной континуум!
Сам Кью вселяется в тело местного придурка доктора Квинта. Как ты видишь, он пытался спасти жизнь Спринта, но прокололся, старый козел. Чего же ты ожидал? Он ведь доктор, а не сотрудник службы безопасности. Правда, он все равно не утруждает себя тем, чтобы подыгрывать окружающим. Я всемогущий существо и только притворяюсь доктором Квинтом. Все, что я хочу, случается. Интересная фантазия. Процесс игры происходит по типу книг-игр «Выберите себе приключение», только в виде фильма. Время от времени игра замирает, давая вам возможность сделать выбор и правильное решение только одно. Все остальные приводят к... Борги открыли огонь, мы все умрем! И во всем виноват ты! Ну, я надеюсь, что мы хоть чему-то научились благодаря нашим ошибкам. Не переживайте, начинать с самого начала не придется, ведь мы говорим о Кью. Он щелкает пальцами и вернет нас к жизни в любой момент, когда захочет. Что он и делает? Постоянно. Ты мертв. 1.5 миллиарда гигаватт на такое способны. Фишка игры в том, что когда бы вы ни умерли, Кью воскрешает вас в момент принятия решения, чтобы вы могли попробовать заново. Хотя мне кажется, Кью специально устроил все это, чтобы поугарать над нами. Как вы совершенно неподготовленный, неумелый кадет, возитесь с высокотехнологичным оборудованием, и вас периодически убивают, закалывают, поджаривают, подрывают и ассимилируют все такое. А потом, будучи богом, он доставляет себе удовольствие, воскрешая вас, и тыкая носом в вашу собственную гниющую кучу останков. Я знаю, что я буду ненавидеть себя с утра, но я дам тебе еще один шанс. Не то, чтобы мне до этого было дело. Просто я хочу узнать, как все обернется. Вы довольно скоро поймете, что игра раз за разом разыгрывает все один и тот же сценарий, предлагая два очевидных решения, каждый из которых приводит к смерти. Третье решение всегда оказывается спрятанным где-то на экране. Так что мой совет, чтобы победить в игре, никогда не выбирай одно из очевидных решений. Кликай на что угодно, и чем меньше в этом смысла, тем лучше. Тем не менее, раздражает, что игра сделана таким образом, что загадки почти невозможно разгадать, если только вы не будете специально выискивать всевозможные способы умереть. С одной стороны, это довольно умно, но в то же время это очень и очень раздражает. Например, когда вы перемещаетесь на борт Куба Боргов, вам дается возможность застрелить проходящих мимо роботов. Фанаты сериала знают, что стрелять по ним довольно тупо, потому что они все равно вас будут игнорировать, если вы не представляете очевидную угрозу. На что уставился, кадет? Но что бы вы ни делали, если вы пытаетесь влезть в их компьютер, то они нападут на вас, и вы умрете. Вместо этого вы должны открыть беспорядочную стрельбу, чтобы борги убили всех и ассимилировали. Когда вы станете частью коллектива, то узнаете все коды доступа. Потом вы умрете, Кью принесет вас во времени к моменту принятия предыдущего решения, и вы сможете ввести коды в компьютер. И должен признать, это действительно оригинальный подход со всеми этими путешествиями во времени. Но вместо того, чтобы вдохновлять на вдумчивый игровой процесс, он заставляет вас делать всякие глупости, в надежде, что это принесет в будущем плюсы. Типа того, когда в ход идет все, вплоть до кухонной раковины. И также это означает, что вы обречены просматривать одни и те же неперематываемые видеоклипы десятки раз. Что касается актерской игры, она... В общем, это Star Trek. Технологии. Каналы. Дополнительные каналы. Имплантат Боргов берет систему под контроль. Предложения. Фрагменты. Не могу закончить ни одну... Мысль. Сопротивление. Вы все должны быть ассимилированы. Его разум полон... Пыли. И боли. Боли. Единственное, что делает весь этот кошмар сносным, то, что Джон Деланси, как всегда, прекрасен в роли Кью. И сложно не смеяться, наблюдая, как он шарится туда-сюда и ведет себя как мудак. Но даже несмотря на это, спустя какое-то время вы устанете от Кью, потому что он здесь везде, и все время говорит. Все время сует вам под нос всякую хрень и стебется над вами, когда вы умираете. Он просто слишком глуп, чтобы жить. Спустя какое-то время хочется врезать ему по яйцам и закричать «ЗАТКНИСЬ!» Ой, я только что зарядил Кью прямо по его причиндалам. Это определенно не умно. Давайте сделаем это снова. Апперкот, апперкот. Ну серьезно, чувак кривляется и перетягивает на себя все внимание. Ну хотя, если учесть, что его окружает Star Trek Voyager, кому какая разница? И все равно вы мне не нравитесь. Поцеловал меня. Да, может, я и всемогущ, но не всесексуален. Я не Питер какой-нибудь, я предпочитаю кисок.
Да, вот о чем я говорю. Нафиг боргов, даешь тусовку. Затаримся пиццей, замутим Маргариту и... Эй, с какого ты застолбил всех клёвых цыпочек? С какого? Потому что я могу. Вот такой он Кью. И это приводит нас к окончанию данного обзора. Но вокруг еще куча других игр, про которые я также хотел бы рассказать. Правда, единственный способ их увидеть — это внести свой вклад. Потому что, в конце концов, эти уроки Клингонского обходятся недешево. Так что до новых встреч, увидимся, живите долго и процветайте. Озвучено специально для канала «Трио Толстяков». Озвучивал Алекс Ки. Перевод Доминика. Ссылка на канал под видео. Услышимся! Да пребудет с вами Спуни! What was that for?